Первый сезон грандиозной аматорской лиги в рамках нового проекта StarLadder TV. На кону $1000 и слоты в профессиональном дивизионе второго сезона. Сделай первый шаг к элите Point Blank. Регистрация до 24 марта. Официальный сайт игры pointblank.ru. Официальный сайт турнира pb.starladder.tv. Партнер дисциплины Innova Systems. Троих, по четырем даже попадает. И здесь Путин, стой, троих, трипл килл, французы, что творят? Где же ульта от Виста? 106% рейджа. Он выжидает подходящий момент. Ждет. Жесткий хедшот. Контакт в доме. Минус. Перезарядил шотган. Тут же второй. Это нож. Его видят трое, разряжается. Ух ты, ты еще и... Минус 400. Не попадает два раза. Дай 59 за счет скорости. Отъезжает. Dota 2, Point Blank, World of Tanks, Bloodline Champions. Киберспорт-арена представляет первый сезон глобального игрового проекта для игроков и болельщиков. Новый формат турниров, звездный состав участников, профессиональные комментаторы, лайв-трансляции, шоу-матчи и миллионы зрителей. Стар-серия для 16-звездных команд, про-серия для рвущихся в элиту, аматорская серия для новичков и любителей. Тысячи команд, сотни турниров и один рейтинг. Выбирай игру, собирай команду, участвуй в турнирах и занимай свое место в глобальном ладдере. Главный технологический партнер – корпорация Intel. Генеральный партнер – компания Asus. Разработчики игр Innova Systems и Wargaming.net. Партнер трансляции Twitch.tv. Игровой центр «Киев Киберспорт Арена». Геймеров – миллионы, команд – тысячи, профессионалов – сотни, звезд – единицы. Это StarLadder TV. Испытайте сами невероятно наглядную производительность только с процессором Intel Core i5 второго поколения.
Это StarLadder TV, друзья. У нас начало матча Сюк против, конечно же, команды Motion. И это будет жесткая-жесткая борьба картами Таун. Как я рад увидеть Мид. Просто вот у меня нет никаких слов, эмоций. Давайте смотреть, что же за матчем. Потому что пришло, по-моему, самое время сейчас это сделать. И будет жесткая-жесткая-жесткая заруба. У нас подготовка к началу игры. Небольшой лак в ПБ. Ну и смотрим. Сюги в атаке. Защита от Motion. Ну и Сигам предстоит сейчас очень-очень тяжелый матч. Вообще Motion коллектив, который себя уже успел продемонстрировать. Особенно Кремстушка, нам такое сильное звено команды, плюс вот злобная комбинация от Марзова по инфе, фрифарм не дал уйти Крему тем временем, и атака начинается в действии Бухлоца Кафе. Вот такое начало получается, динамичный чек длины от Дэна и спокойно стоит за бочкой пока, ну на отходе аж палочку не разбил. Старается, что поделать, ну, чуть позже мы уже увидим, как будут происходить обстоятельства дальше, пока в принципе все достаточно светло. Это предпоследняя игра сегодняшнего дня, друзья. Кстати, стоит отметить, нас потом ждет битва Мэдхаусов с командой Майнд. И, если я не ошибаюсь, с Миндами они должны вроде бы играть. Да, я не ошибаюсь. И после этой встречи. Здесь, как видим, прием жесткий от Тушкана. Минус 2 на Альфе и попытка убить Марзова Найтом. Ну, Найт здесь, наверное, сейчас отхватит, да. Ну, вот судьи здесь потерпели. Unexpected. Тоже ловит. Ну, практически, нет, 2-1. 2-1, в принципе, эта встреча закончилась, и Сюги берут первый раунд. Играя, ой, Сюги, извиняюсь, Motion берут свой первый раунд, играя в защите. Пока молодцом держится. Ну, опять же, первые раунды в ПБ, они, знаете, такие. Это такое. То оно есть, то его нету, то оно есть, то его опять нету. И потом жесткая-жесткая тишина, и под самый конец начинается экшен. Беда! Ну что ж, опять ЦКФ, бухло, без стяжек, медленная, невероятная игра. И вот в таких матчах я начинаю понимать, как мне не хватает Тафы рядом, чтобы с ним вместе комментить и радовать вас комментариями. Эх, сейчас бы мы здесь, наверное, поприкалывались немножечко. Ну, пока без троллинга в бой. Смотрим на Сиги, на Сигов, и они пока не могут сконцентрировать свою атаку. Вернее, они не знают, как перегруппироваться и как сыграть, потому что ЦКФ жмет Тушкан через ширму, там Такахира дает инфу, кстати, о составах. Сик это Марио, Найт, Такахира, Фриферман, Экспектед, и у состава Emotion коллектив подобрался на сегодня такой. Тушкан, Крам, Марзой, Денрики. Так, Крем на ширме, на длины разыгрывает. Наверное, длину все-таки смогут пробить, я думаю. Ребята... Ну, Сиги что-то засиделись. В итоге дожидаются они первого минуса от Тушкана. Минус сделал, ушел, все хорошо. Все пока что хорошо. Тушкан, кстати, продолжает на ЦКФ давать давление. Здесь готовится прорыв, как видим. И Рики на приеме. Нет, минуса не дает. Дает гранату, которая, в принципе, многого не решила. Его разменяли, но бухло они приняли сейчас очень-очень успешно. Такахира остался вместе с Марио. Дэн бежит на стяжку. Марио резв вместе с Такахирой. Посмотрите, они меняются. Защита уходит под бету на Альфу. Как видим, выдвигается Марио, Такахира. Вдвоем уже действует по длине. Перестреливаются сейчас с Дэном. Он пытается в ответку им что-то задать жару, показать, что нельзя сюда заходить. Дает гранату на заход. Но Марио уже прошел. Стрельба. Марио хедшот. Найс. 2-2. Крам Марзой вдвоем. Спешат на помощь. И нужно здесь выходить через ЦКФ. Крам. Да, Крам должен обходить длину. Он ждет отрезающего. Его нету. Марзому надо проявить просто 200 грамм внимательности выпить, чтобы здесь убить Такахира. И вообще посмотреть, что он за БТРом находится. Такахира как раз таки его ждет. Ну, сейчас поймут, что один под БТРом по-любому, это будет Крем. Нет, минус Марзой, неаккуратно играет. Ну, куда ж ты не посмотрел. В итоге ЦКФ. И минус дает Крем. 90 кп, 92. Марио 1-1. Опасная ситуация. Игра в бочках. На респ уходит Марио. Крем бежит за ним. Марио принимает. Нашивает жестко. И Марио ставит хедшот. 1-1. Вот оно. Вот оно ж где, а. Как я поэтому соскучился. Наконец-то убедительная встреча может получиться на сегодня среди этих двух команд. Что, в принципе, меня радует. Не знаю, как вас. 1-1. Так, фриферм здесь сейчас чуть не захалявил Тушкана. Не, ну он по нему попал, оставил просто очень мало хп. Там, как бы, каска спасла, походу, Тушканчика. Либо, ну не знаю, что-то такое произошло, что он живой остался. Это вообще странно. Вот надо посмотреть. Нет, каска пока. Защита еще может сработать. Но он уже пробивной ему там в тело. То есть, несколько пулей. И... это минус Тушкан практически. Так, Крем. Разбивает бочку пока от курятника и чекает ЦКФ с него. Конечно, с окна здесь чекать поприкольнее. Щитоком не заход как раз. Ну, вот Дэн минус Такахира. Открывает все-таки счет в раунде у нас Motion, несмотря на то, что ситуация была далеко не за ними. Сиги играет холд.
Минус от Ушкана. Забирает фриферма. 5 в 3. Найт готов ворваться сейчас на бочке. И пошел проброс бочек. В итоге выходит, чекает лево-право, никого не видит. Попытка отследить позиции. Минус Марзой. Да, с unexpected вдвоем удается Найту закрепиться. Тушкан, кстати, обратите внимание, внимательно играет. И в итоге это стяжка при ситуации 2 в 2. Кто-то выбывает из боя. И, наверное, будем выходить на следующем раунде. Но ключевой момент. Я подозреваю, что если здесь Дэн сейчас... Вот Дэн сейчас должен реабилитировать ситуацию. Да, он увидел стяжку на длину. Сразу полетел туда дым. Вообще граната. Суровый Дэн вообще парень. Увидел за БТРом. Дал проброс еще одной хэшки. Но тут уже, по-моему, его сейчас нашьют. Да, стреляется, его нашивают. Пошел прострел с ширмы. Голову пока не зацепил. В итоге минус от Ушкана с гранаты. С двух сторон инспектор. Один на один хэдшот от Дэна. И это 2-1 в пользу Emotion. Такой он вот метаун. Ну что, будем смотреть, выходим или нет. Да, походу мы выходим. Походу выходим, как выходят Emotion. Ну и будем ждать, когда ворвется их следующий игрок. Последний, которого сейчас пока что нет на сервере. Будем надеяться, что все хорошо. Я пока комменты зато посмотрю на pb.starladder.tv. Последние новости. Тушкан все еще в бою борется сам с собой. Ахаха, внезапно. Так, что же внезапно там произошло? Внезапная внезапность. Нежданчик из неждачник. Нежданчик. Я сговариваюсь. Можно нажать готов. В принципе. Сразу же. Ребят, жмите сразу А. Crash Emotion. Они тут уже прикалываться начинают. Слон, передай привет Чивасу. И клану The End. Ну вот игроки, по-моему, у нас какие-то непонятные. Знают же, что приветы не передаются. Ну ладно, сегодня можно сделать исключение. Бедный Таф, и комментировать БЦ сложно, так как там просто мясо в основном. Да, да, БЛЦшка игрушка такая, друзья. Слам, почему не профикс? В профиксе пишите в инову, пожалуйста. R2K Малорики, да, Слам, передай привет клану Рулес оф Спарт. Ибо правила Спарты, R2K Малорики, удачи вам, написал Кекс. Ну, постоянный, видимо, зритель наш, потому что часто пишет комментарии. И надо посмотреть. Что же на последней странице тут есть? Клану Киберспорт, привет. Конечно. Тебе одному не скучно комментировать, компанию не составить? Да не, не скучно, я огонь. Я вообще огонь, я всегда огонь. Всегда готов, всегда могу и все такое. В общем-то, все круто. Пока что почитаю, что есть. Так, ну вот. На Сигов ставят сейчас 7-10. И 10-4 на Emotion. Странно, странно, странно. Но я внятной игры пока не видел от команды, не от одной. То есть они здесь играли как бы 2-1, это ни о чем не говорит. Вот в конец первой половины можно подводить какие-то выводы, принимать какие-то решения и прочее. Ну что? Нажали все готов, вроде бы. Напишем ему go fast. Наконец-то! Они сами родили. Сами родили! Вот игроки, конечно, прикалываются очень часто. Заходят в игру, а потом уходят от компьютера. А все равно выкинуло. Все равно подождет комментатор. Подождут зрителя. Но зрители-то не ждут, как и я. Надо стартовать. Ну что, в бой, друзья. Продолжаем смотреть матч. Счет пока что 2-1 в пользу команды Emotion. И кто-то сказал, что они здесь наперевес будут сильнее. Но кто-то считает наоборот. Ну и как раз сейчас, я думаю, мы узнаем. Как же здесь произойдет вообще весь замес. Так, пока Бухло занял защиту, естественно, они будут туда не спускать. Тушкан, агрессивная игра по центру, минус 60, ну, минус 40 с лишним хп, 30, 37 хп убрали у Фриферма. Ну и Тушкан пасет за кассы. В принципе, пока хорошо. Марзой Риги. Бухло по-прежнему. Ну, Сиги будут... Ой, Крем взрывает Дэна, просто красавчик. Просто красавчик. 4 в 5. Просто так подарили сейчас Сигам вариант розыгрыша. Такой бесплатный. В численном преимуществе пошел проброс БТРика. Одымление. И Сиги должны сместиться. Ой, там даже ХАЕ влетело. Ожидали, видимо, аркады, что в меньшинстве она будет. Но ее нет.